шумно и весело в усадьбе Гребнева. Здесь состоялся инклюзивный фестиваль «С добром в сердце» для детей с особенностями развития. Его организаторами выступили Всероссийская организация родителей детей-инвалидов, корги-отряд «Маруся и друзья», партия «Единая Россия». Сегодня мы находимся в прекрасном месте, в усадьбе Гребнева. Здесь мы решили провести фестиваль для детей с особенностями. У нас здесь достаточно обширная программа. У нас и канистерапия, и иппотерапия. Детки могут вместе пообщаться, порисовать, пособирать конструктор Лего, покататься на аттракционах, пообщаться и много другое. На открытии фестиваля присутствовал владелец усадьбы, общественный деятель и музыкант Андрей Ковалев. Всего в этот день в Гребнево приехало около 200 человек. Россия – это наша родина. И наши дети и внуки должны жить счастливо в России. Правильно? Все невзгоды переживем. И я уверен, что вот я планирую примерно через 2,5-3 года открытие усадьбы Гребнева. На фестивале было много активностей и мастер-классов. Ребята могли покататься на лошадях, каруселях, нарисовать собаку и сделать ее объемный портрет из макарон, фасоли и стекляруса. Собрать композицию из цветов и, конечно, погрузиться в увлекательный мир собак породы корги. Увидеть показ мод, принять участие в игре «Квести. Фронтовая собака», «Веселые эстафети» и многом другом. На каждой локации детям помогали активисты «Единой России» и волонтеры из движения «Первых». Мы с нашими ребятами, с молодой гвардии приехали, чтобы тоже принять участие. Как вы видите, здесь расположены точки, где наши ребята занимаются с особенными детками, не просто с детками. А есть сразу точки с мастер-классами, где-то лепят, где-то рисуют, где-то пробуют какие-то специальные развивать навыки у деток. Поэтому стараемся тоже участвовать в таких мероприятиях. Они проходят где-то несколько раз в год. Мы все вместе одной большой командой делаем общее дело, работаем с особенными детками. Я думаю, что каждое такое мероприятие приносит пользу. Пользу как для взрослых, для родителей, так и для самих деток. Им очень нравится, тут очень много разных локаций. Пока дети развлекались, родители могли пообщаться с психологом и узнать о том, как правильно вести себя с ребенком, у которого есть проблемы со здоровьем. Все присутствовавшие могли перекусить сладким десертом и попить воды. Социализация детей с особенностями развития – основная задача таких фестивалей. Они проводятся регулярно и собирают множество участников. А корги-отряд «Маруся и друзья», как и всегда, подтвердил свой девиз. «Лучшее слово – это дело». Анна Приенко, Владислав Реус, Щелковское телевидение.